Друзья и подписчики нашего канала, с вами Андрей Ярсиман. Мы опять продолжаем ебашить How to Survive. У меня кончаются стрелы, блять. И вроде, блять. Так что стрелы лучше не собираем, так неудобно, охуенно. А что, это стрелы штук показывают, бля? Нихуя себе, ребята. Оно. Растение, хорош. Схавай сразу. Секунду. Отдал тебе стрелы. Не так, самое растение, у тебя жизни мало, пиздец. А шо у меня не так, блядь? Расшо, у тебя здоровье не так. О, теперь все так. Возьми деревянную палку. Сейчас. О, стрелы. Я палку взял. Так, блядь. Камни, дорогая. Стрелы. Да потом, я стрелу, видишь, ты заебай. Лучше ты не говоришь, что типа стрелы там я буду. Собирать их, блядь. Так, мы, короче, возвращаемся к нашему сварщику. Блядь, я стрелы взял. Хе, блядь! А что там? А, вот он тут уже где-то должен стоять. Где-то здесь вот. Буквально, блядь. Вот он. А вот же он, пидорас. Ну что, отлично. Что, запыхался? Похоже, кроме воды... Нашел кого-то проблем. Ничего страшного, друг мой. Тебе напоминаю, тебе нужно узнать, как делась, как делать себе экипировку. Пойдем, моя мастерская. О, мастерская, это заебись. Ребята, это хорошо. А мы обратно пришли, да? Получается. Сука, он напаленный пиздец какой-то. Конечно, он тебя растение, блядь, курит, нахуй. Ну да. Додик. Не, игра охуенная, да? Пиздец. Именно охуенная. Я предлагаю ебашить нее, блядь, всю жизнь, если честно, блядь. Всю жизнь, блядь. Ля, ебать там. Взять-то что подобрать? Блядь, что мы подобрать? Книгу ебаную. Блядь! Кобачерулис! Итак, изготовление оружия. О! Импровизирую, чтобы выжить. Возьми ремень и пизди, блядь, зомби по жопе, нахуй. Хочешь забрать свое оружие. Разные детали, запчасти. Чем уж вооружен? Ух ты, огнестрел потом, что ли? Да, он какой-то, да, за лупой ходит. Дробовик, нихуя себе. А это серьезно, ребята. Серьезная хуйня. Добавил к нему трубку с расширением и ящик фурнитуры. То есть тут нужно... Оружие не просто так собирается, нужно очень постараться найти все компоненты. Угу. Есть, может, вариации комбинирования предметов. Я понял. УЗИ можно сделать. Можно сделать... Ого! Нихера себе! Вот это движ. Это серьезная движуха. Добро пожаловать в мастерскую Ковача. Нравится? Само собой. Тут полно нужного хлама. Во-первых, тебе нужна пища. Ищи везде, даже на трупах. Все, что ты найдешь, может пригодиться. Из-за того, что найдешь, ты сможешь сделать другие вещи. Вещи, которые помогут выжить. То, что поначалу кажется бесполезным, вполне может пригодиться, ты это поймешь очень скоро. Сегодня я научу тебя делать дробовик из рукояти гарпуна, трубки с расширением и пары других штуковин. Я мастер делать мусор полезным, очень полезным. Сосредоточься, я покажу, как собрать оружие. Итак, возьми с верстака все предметы, теперь собери их из них ружье. Я буду проверять. Убедись, что все сделано правильно. Удачи. Возьмите нужные компоненты, соберите дробовик и покажите его Ковачу. Все взял. Так, пестик, огнетушитель, фонарик какой-то. Так, давай попробуем что-то смастерить. Сейчас, погоди, сейчас. Пестик, огнетушитель, фонарик. Пестик, огнетушитель, фонарик. Я могу воду объединить, блять. Ну, я не знаю, блять, что это даст. Я могу растение... Фурнитура. А, смотри, Серег, ебаный в рот. А чё мы, блядь, не обращаем внимания на такую хуйню, как... Погоди. Когда шестеренка, это какой-то дополнительная, это, блядь, возможность. Это можно сделать, а ну. Если, блядь, ножик, это значит, блядь... А, погоди, хорошо, безусловно. Если добавить пару частей, оружие можно улучшить. Не бери в голову, для первого... А, понял, можно улучшать. Давай испытаем твое новое оружие, друг. Хочешь посмотреть, как оно работает? Я дробаш сделал.
Нихуя себе. Ага, надо идти за ним. Это, блядь, один... О, день, это заебись, это уже не так страшно. Да тихонько там разбивать. Тебе жрать надо, наверное, не посмотреть. А, не 44%. А, оно меняется или нет? Да, оно просто... Не, нихуя не меняется. Третья из самых главных опасностей – усталость. Переутомление убьет тебя, оно заставит совершить ошибки. Если не отдыхать, когда тело требует этого, ты не сможешь нормально действовать, бегать, когда выдохся. Практически невозможно. Конечно, ты не сможешь спать, если не устал. Но, на взгляд, когда требуется выжить, твое тело, твой босс. Ах, да, еще одно. Как же я уже говорил в своей книге, ты не можешь спать, где придется. Ты, наверное, уже знаешь, насколько это опасно. Почитаем книгу. А, чтобы спать в безопасности, тебе надо найти одно из моих убежищ, скорее всего, предварительно его придется зачистить от зомби. Да, вот так. Да. Они обычно сбегаются на шум. Да раз. То есть надо, блядь, постоять и, блядь. На востоке острова есть одно из убежищ, твоя задача найти его, защитить и выспаться. Естественно, тебе понравится снаряжение. О, ты хочешь патроны для самодельного оружия. Ага, там. Нет, стой. Сейчас мне уже дали патроны. Нихуя. Лишь ты получишь. Смотри, у меня что-то один из пучковой. Нет, ты получишь там. Давай, секунду, да, как улучшать оружие? Ты говоришь, вот улучшить можно, блядь. Ну, если у тебя компоненты, но объединить надо. Давай объединить палку с чем? С мачете, получишь лук. Стрелы. И стрелы, я тебе отдал стрелы. Хорош. А, усталость, да? На-н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 а. Еще не с чем мне что-то объединять. Смотри, видишь, блядь, это жрать, это, блядь, использовать как-то, блядь. А это оружие, это защита, понял, блядь? Вот тебе вся хуйня показана. А, оружие нож, да? Да. Да, оружие нож. Если вилка, блядь, с ножом, это еда. То есть это всю хуйню, что ты, блядь. А ну пошли, блядь. Короче, погнали. Куда идти? Ага. Недалеко. Тут пидорасы, смотри, сидят. У тебя не стреляет, это хуйня, Серёг. Да стреляет. Стреляет уже? Ну. Нихуя себе, блядь! Слышь, не хочешь. Только меня не пиздит. Так она болтами стреляет, понял? О, я патроны мог подбирать, главное, то же самое. Если что, не будешь собирать патроны, понял. Что мне подсапливает? Я нашел, блядь. Серег, ты меня так упиздишь. Это хуйнёй, блядь. Когда-нибудь, наверное, да. Ой, блядь. Это ты меня убил. Патроны качись, блядь, тоже будешь собирать. Надо как-то бегать в рознь немного, потому что это пиздец. Блядь, я вздыхаю, да? Здоровье. У тебя что-то есть? Нет. Ну, сейчас я тебя живлю, если ты сдохнешь, я думаю. Правильно ж? А шо мне, блядь, повысить здоровье? Держите прицел на своей цели, пока не появится красный крест, чтобы сделать тебе стрелу в голову. Это мы знаем. У тебя есть что-нибудь? Лекарство. Нихуя. Нет. Короче, побежали быстрее туда, наверное. Или, ну, поищем. Погоди, там патроны, блядь, не забрался, ебаные. Пошли. Стой, что я тут увидел? Ебать, я шаманит нормально. Блядь, ты меня убил, нахуй. Сейчас я тебе, блядь, воскрешу, нахуй. О, кстати, уже убежище. Потом я разберу, потом отдашь. Не, ебаная. Сейчас убежище нужно зачистить, короче. Да? Ну, походу, да. Сейчас там поспим. Отдых. Это охуенно, блядь. Игра очень интересная. Следишь за собой, блядь. Всю хуйню жрать, пить, спать, срать, ебаться, блядь, кормить детей, блядь, ходить в школу, нахуй, ходить на работу, получать зарплату, ебать. Вся хуйня. Вся хуйня, клубы, выпивка. Шлюхи. Сифилис, спид, трипер, блядь, вся хуйня, все в сборе. Кандидоз, нахуй, все. Короче, неважно, когда ты устаешь, днем или ночью, нихуй тебе нужно спать. Поспал и погнал. Чем сильнее усталость, тем ниже, да, потому что вот у меня сейчас кобыла устала очень, блядь. Она нихуя не ходит, она еще сейчас скоро сдохнет, блядь. Ебаным хуям. Нельзя, спать не придется, это слишком опасно. Если ты спишь вот так вот, блядь, тебя уже съели, нахуй. Ебаные твари, сука. Да. Ебаная пизда, о. Тебе придется найти убежище, и можно отдохнуть в безопасности. Но предварительно его нужно зачистить. И ко мне, дорогуша. Когда зелёный загорается, походу. О. Да. Там зелёный, да. Мы это уже зачистили. Так, ну, он, блядь, объясняет после того, как мы, сука, всё находим. Ну да.
Давай, короче, зачистим это. Вот они. Иди сюда, это охренеть. Открывай. Пизди туда, блядь. Буду вон нахуй. Я тебе пиздюли получаю больше, чем от зомби, блядь. Вот зомби подходит, это охренеть. Да я вот видишь, еще слева вижу, блядь. Долго перезаряжает, пидорас. Очень удобно в инвентаре он собирает, если, блядь, много этих самых там шлемов, он собирает все в одно. То есть не за. Не, ну да. Не это да. Самое. Ячейки не занимает, да? Занимает ячейки, да. Блядь, ты патрончики мои собирай, потом. Я собираю вот я по возможности. Они, сука. Давайте я их нахожу и сделаю. О, все, зеленый горит, иди сюда. Так, а, спать. Оля, классно, ты спа? Все, заебись. Спим, нахуй. Держи, ага. На-на-на-на-на, уже ночь. О, ребята. Бля, жизнь останавливается, ля, охуенно. Мало того, что этот, так, не полностью. Что, жрать не хочется, пить не хочется, спать не хочется, я сейчас тебе отдаю всю хуйню, блядь. Отдать, отдать. Так, что тебе еще? Так, объединить. Стрелы. Так, может, давай я, блядь, тогда с луком ищу, да, блядь, или хуй его. У тебя есть пушка, лук, мачете. Значит, ну, надо... хочешь, лук отдам. Хотя у это меня... Это шлем одел с рогами, кстати, или нет? Какими рогами? Он внизу. А, да. Это я только что сделал его. Давай сейчас еще так сделаю. Так одеваю его, ёбаный. Только... Давай... А, у меня же кость одна, сука. Хотел тебе еще сделать. Блять. Снарядить, одевай его. Пускай он у тебя будет. Скажи это. Просто я не знаю, мне охуенно с этим топором, блять. Просто смотри, у меня навыки, у меня стрелок. У тебя навыков таких нет, походу, или есть? У меня есть, они, а, я есть? Просто не прокачиваю, да. А, тогда хуй. Я их просто не прокачиваю, бля, там огненные стрелы, блядь. Хуй знает тогда, смотри сам. Как ты, ну давай, пока не надо, короче. Ну просто мы, блядь, мы просто друг друга поубиваем, блядь, точнее ты меня убьешь так. Ёбаная мать. Куда нам идти, нам возвращаться? Давай пройдемся по кругу тут. Там мы все равно-то пойдем. Мне кажется, уже не ходи, сейчас прихуячат нас. Да шо, нас нихуя не прихуячат. Блядь, там патроны были, ёбаные. Надо патроны собирать, потому что без них мы нахуй сдохнем. Разобьешь эту хуйню? Блять, где я нахуй? Как мне хуярец. Что там? Нихуя не есть, нажимай. Этот, рецепт. Оперенные стрелы. Перо надо. А урон увеличивает. Урон. Угу. Заебись. Блять, меня въебали. Взять, вот патроны. Убирай, да. Вот он хуярит. Синий целебный. Бери палку, палку деревянную взял. Патрончики. Собрал, да? Да блять, где она тут? Стой, ну. Взял еще одну хуйню. ХП дают тут. Прокачка, конечно, очень долго идет. А тут пиздец. Блять, да. Короче, не так-то все просто. Мы на правильном пути, да, я думаю. Надеюсь. Просто видишь, если я хочу даже отойти тебе прикрыть, я, блядь, могу по тебе попасть, вот шухуёво. Сюда, да? Для РБ для выстрела, что это за хуйня? Отлично, как вы здесь положим. Чудо сна, очаровательно. Ну что, да, хуй дальше, скажешь. Дорогой мой сварщик, блядь. Теперь тренировка закончена, но мне нужен дробовик. Слышь, ты что? Извини, но он мой. А, он, понял. А, все. Значит, ты, короче, с луком ходишь дальше, все. Свой подарок. Верни дровяковачу. Хуйло. Спасибо. Как я обещал, вот тебе подарок. Первая часть твоего будущего оружия. А, не надо саму теперь собрать, понял? Поищи, можешь прыгать в моих мусорных контейнерах, поискать недостающие детали. Сюда надо будет походить. Прессор из моего трейлера, что стоит на приборке. Хотя получится вот и здесь. Что получится вот и здесь. Так. Рукоятка, нихуя себе. Вот, у меня уровень. Да. Что мне теперь качать? Ну я пока не качаю, качаю тогда уже правую свою сторону. Позволяется давать нахуй не надо. Ты ну хуй его, блядь. Посмотри, что-то другое. Не, вот выше, ты что кому сейчас выше качать штуки. Вот я прокачал. Не, я имею в виду, ну ты ниже не можешь, пока это не качнешь. Ну, а. Тут дальше можешь эту хуйню качать. А что это за... А, ну это качу у тебя последнее это... Так подожди, я ее прокачал, а могу я еще раз прокачать? Не пойму. Нет. Ну да. Значит, блядь, вот это прокачиваю. Нахуй тебе зелье. Не до сна. О, сонливость. Ну то заебись. Я нахуй вешу мне дальше, суперсал. Позволяет создавать зелье процеливания. Нет, смотри, это, короче, у тебя улучшает твои эти, точнее, уменьшает, да, тебе. Это чисто по зельям хуйня идет, ты понял? По зелье, выносливости, всякая хуйня. Ночная смена, видишь, блядь. Угу.
Плюс дает 25% бонус к опыту за убийство любых монстров ночью. Нихуя себе, это вообще лут, это классная штука. Поэтому, блядь, я буду пока здесь прокачивать. Но хули, блядь, ты с луком, а я пока бегаю так. А, то есть мы сейчас здесь, на этом острове, короче, возвращаемся к Рамону. К Роману идем, ебать. Погоди, сейчас надо туда, как только вооружишься. Да. Что-то за обезьяна, блядь, нарисована. Мы будем пиздить обезьяны. Подожди. А внизу тоже обезьяна, давай еще качу вниз пойдем. Там ебается. У меня выносливости больше, слышишь? Да, вниз. Шкала выносливости. Ага. Больше. О, мусор, блядь. Тут мусора нету, нихуя. Там где... О, стой, компрессор. Он у меня? Ты тоже взял. Или нет? Нет. У меня компрессор. Отдам. Отдам тебе палку. На тебе лук. Стрелы, точнее. Мачете я тебе могу отдать. Ну все, да, получается? Да. Так, блядь. Я могу эту хуйню объединить? О, уже. Тебе что осталось, а ну нажми. Тогда хуя мне, тогда оно что так не покажет. Так, это смотри. Ебать. А это надо уплывать. Подожди, подожди, надо сюда было. Вернуться найти. Чуть-чуть. Да, мы не туда зашли, блядь. Сейчас, зашли. Секунду, вот я что-то посмотрю. Ебать, я стреляю куда-то в пиздачи, блядь. Конченый нахуй. Сюда надо, понял? Сейчас вот сюда, вот сюда идти наверх. Обезьяна, видишь? Пизди ее нахуй. Хай-х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 ай. Коко до сих пор голоден. Кие. Приготовь особое белое растение для Коко. Вот делать нехуй. Как эти хуйни разбивать, слышно, да? Так оно у меня есть, блядь. Как вот эти хуйни разбивать? У меня ж есть это растение. Да ладно. А ну подожди. Появилось где? Приготовить. Мне кажется, надо костер найти. Да нет, пошли. Костров до хуя. Пошли на костер. Блять, что я нажимаю постоянно? Путаю сюда клавиши нахуй. Мачете уже есть. А вот он где-то рядом. Мы не зажгли нихуя, да? Мы зажигали, просто он потух. Теперь. Вот это, по-моему. Не. Вот. Ты что-то ж ты жаришь, блядь. Все. Я нашел жареное мясо, как делать. Рецепт. Пошли. Ты что-то хочешь? Я сделал. Пошли. Тала, покажи. Да, вот она, эта хуйня. Ебать ты, блядь. Именно красавчик, пошли. Я могу, конечно, съесть и не отдать ему нихуя. Ну это ебаная обезьяна. Кто там, мы нихуя не пройдем, ебать. Пидорас обезьяна. Обезьяна пидор. Подойди. А ну петух мармеладный. Ага. Бррр, жареное белое растение пахнет вкусно. Коко даст большую награду выжившему. Грибы для выжившего. Грибы очень редкие. Грибы и листья поддерживают. Короче, походу, чтобы были под грибами. Так. Ну, о, вроде прокачивать. Точно это забить. Голод нас дубасит, нихуево. Не особо подходит для еды. Короче, есть их лучше не надо. А, их надо жарить просто. Так. Шанс попадания в голову. Мастерить самодельные арбалеты. Нихуя себе, давай, прокачивай. Не, ну сейчас я тупо кстати хуйню сейчас. А. Повышает скорость перезарядки. Двое замедляет падение шкалы голода. Вот это хуйная штука. Умелый охотник отражает на ну это понятно. Это пока не то, блять, хуй узнает. Меткая стрела туда надо накачать. Ну давай. А блядь, потом пока. Тогда самодельные арбалеты, ну, да, будут. Что, короче, пошли к другому петуху. Да? Вот, видишь, это опять обезьяна наверху. Ну да, пошли, ну, туда. Она была сразу там. Ну да. Куда ящики, блядь, разъебывать? Да подожди, у меня все, я тебе ничего не должен. Вот это. А, не, блядь, не надо, блядь. Да. Тут нихуя нету. Так, у меня, короче, у меня этот голод, надо что-то, сука, съесть. Собирай. Патроны мои ебаные. Тут где-то обезьяна должна внизу ставить. Да тут не, это... где? Куда? Ты шо? А, нет, тю ебать. Что зомб за боков нету, хочу пизду. Ах, вы ёбана в рот. Ебать, ты их разъебал, патрончики. Там, ну, это, стрелы забирают. Он для того, что шакалы съед. Пизди их, блядь, будешь по прокачиваться. А! Ой, отходи, чтоб я тебя, блядь, не задел. Ебать, не бегай, слушай. Да они тут захуевшие, я понял, стали чуть-чуть. Патроны соберу.
Так, давай, где эта обезьяна? Вот тут она. О. Корень. О, кстати, его можно съесть, по-моему, да? Да, да, да. У меня голод, пизда. А вон она. Так, я хуя решил. Блядь. Мне нравится им голову хуярить, прикольное дерьмо. Стрелы. Ну, где-то что-то было. А ну что этот пидорас закажет в этот раз? То же самое, мне кажется. Думаешь? Желтые фрукты. А у меня есть. Да ладно? Ну да. Три желтых фрукта. А ну. Я их съел, блядь. Ну не знаю, как желтых. Вот и нету. Желтые фрукты. Нету у тебя здесь. А, вот один. А ну. Вот. Это просто, ну, не жел... А, это лимон, что ли, блядь? А у меня... Блядь, пошли их на деревья-то поищем. А где, подожди. Не показывают, она не да? показывают, нет. Короче, надо шариться, ебать. Да, давай смотреть. Это ветка, это тебе надо будет отдать. К деревьям подходить надо. Ебать хуйлан, то пиздец. Не все так просто, ребят. Тихо, ебаный, стой, дай его прикуярю. О, хорош. Мясо забирать. Что можно его пожарить? Бля, где ты нажал, сука? Ты его выбрал мясо? Ну да. Бля. Ты что, все мясо забрал? Чё, чё он выбрал? Нет. Что, мне нету нихуя? Внимание хуй, давай я тебе дам. Дала? А у тебя где-то три? Да, как, блядь, из... Выбрать нажимаешь? Не, я понял, я имею в виду, что... А теперь его жаришь, да? Ну да. Все, теперь, короче, вот, можно. Вот оно жареное. Лежит. Да. То, что он... Съесть, объединить. С водой можно, блядь. Так, подожди, что мы не... О, ля, съест, а здоровье исполняет и голод полностью. Нихуя себе. Это заебись. А что у меня? А у меня еще пока нормально. Голод, здоровье. А я пока не буду хавать. У меня все зеленым. Не, а вот эта залупа есть. Сейчас я тебе вот эту отдам хуйню. Ебкую ветку я тебе сейчас тоже держи. А это что будет с них? Ну это а, же лук. Эти лук, следующий то, стрелы. Что твоё ебаного травира? О, налить. Кстати, налить, да, налить, 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 надо. Налить, налить. Пидор. Нахуй я включил эту хуйню? А он сам включается, наверное. А, нет. А, ну ты же, блядь, подходишь налить, понял, что ага. Той же, это самое. Кнопка, да. Что, пошли эти яблоки ебаные искать. Бля, я в парашу зашел случайно. Бастать. Как шлем. Косточку на тебе, у тебя тоже шлем рогатый вот сделал. Нам не проблема, нихуя. Походу мы хуй найдем, надо, блядь, на другие острова ехать. Я думаю, нет. Нормальненько ты их пиздишь, блядь. Сука. Да ебать тут этих стрел, ебать это, сука, пострелял. Ебать, если я домой играю, тут пиздец, блядь. Да, че, блядь, ты что, нахуй. Мы с тобой потерялись чуть-чуть. Да ничего, 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 с этим всем. Валишь нормально? Да, вроде да. Что, нихуя, мы все собрали, мы походу их съели, блядь. Я не хавал. Я один съел, ну, недавно, только даже голод был, пиздец. Ну, буквально вчера их. Эх, блядь. Ну, ебать, тут нихуя нету, да, получается? Ну, именно здесь, да. Так а шо тогда, нам, короче... Надо въебывать отсюда. Ну да, лодка ну, и все. Ну все, блядь, въебываем нахуй. Сюда, нет, не сюда, куда я, блядь, пошел. Сюда, дурак я ебаный. Че, да, выходи ко мне. Пиздец. Может, мы можем на других это, островах найти этих ну, ебаных? Ну да, просто мы потом переплывем. Да. И... Я не должен покидать остров уже. А, он сказал, там есть... А где его трейлер? Пошли к Ковачу подойдем. Ну тут же где-то трейлер ебаный его. Труба, о. Нихуя себе. Да давай короче... я тебе отдам, стой. Давай, дай его собирать. Походу отдать, эту отдать. Отдать. И вот эту тоже тебе хуйню отдать, наверное. А ну сейчас. Теперь пробуем объединить. О. Так, надо ящик с фурнитурой. Есть ящик с фурнитурой? Я тебе, по-моему, отдал фурнитуру. А значит уже все у меня, да? Это болты, да, мои. Ну это все тебе. Слышь. Блять, ну давай искать где-то у него, короче, трейлер, где. А мачете, ебаный. Где его трейлер? Пошли тут наверх подвинемся. Так пошли к нему подойдем. Так нет, потому что надо вот этот трейлер. Ну смотри, на нем стоит три точки, только на той залупе. А потому что он сказал, найдите, типа этот, это же тоже сказал, найдите.
Трейлер, где вот трейлер, блядь, ёбаный, сука. А он, блядь, наверху. О, ля, наверху, да, мы тут не были. А он, не, ну там, блядь, не трейлер. Что это? Стрелы, мои стрелы, блядь. А ну. Грузовая шина, нихуя себе. Нихуя, захуя налить. А ну, подойди, нихуя тут нету. Бля, можно бензина, блядь, налить? Блядь. То есть можно бензина налить? Наливай. А есть куда? Да, налить, бутылку. Наливай. Походу трейлер вот там, понял? Ну, наверху стоит на самом. Собирай. О, патроны. О. Все заебись, а, да? А, это самодельный пистолет, я сейчас сделаю. Низкая скорострельность, малый урон и средняя дальность. Короче, хуйня, походу, вообще будет дикая. Патроны. Зажигай. Зажигай, там где-то патроны были. О, вот трейлер. Потом что? Вот, трейлер, ебаный его. И шо? Патроны, патроны. Сейчас секунду. Патроны мне пригодятся. Как раз вся эта хуйня. Отдам. Подожди, я тебе их не отдам. То есть, так а шо, трейлер, блядь, я нашел вас, ну а толку нахуй. Бля, у него там, блядь, зонтик. Там пиздец. Обустроился паренечек, по-моему. Слышь, блядь, ну что-то нихуя нет. Аптечка, нихуя себе. А, ну все. Получается. Пошли к нему подойдем. А ну-ка, чем он? Да, он стреляй. Хуячий. О, фрукты вот. Нашли. Мы этому пидорасу дадим. Сколько у меня их? Три! Все, блядь. Пошли, короче, к этому пиздюгану сразу. Ты что, бля, мы охуенно поднялись. Да хорошо нам, ну, не дали возможность ебаться отсюда. Погоди, сейчас я разобью эту хуйню. А, ну да. Фурнитура, охуедись. Пошли вон, петух тут, блядь, сидит. Пошли, да. Нельзя спрыгнуть. Та не, наверное, быстрее к ковачу. К ковачу пойдем? Как ты спрыгнул, блядь? Пошли к ковачу. Да вот прямо иди, блядь, я могу спрыгнуть. Сильно вниз, блядь. Сука, ебаный, блядь. Петушок. Ты еще здесь? Ты, блядь, наверное, волнуется. Так а шо, ему похуй вообще, ты посмотри. Ладно, пошли к этому, блядь, к обезьяне, ебаный. Объединить. Он нажимай, объедини, шо да у тебя. Да нет, это с патронами, блядь, так ну. Так они тебе место занимают, открой. Так оно нихуя. Объединить. Оно не объединяется. Нажми вот, объединить. Смысле, я нажал, но нихуя, видишь, все равно он остается на месте. А другие? Что другие? О, 611, 5, так, блядь. Если может, видишь, оно только с этим объединяется. А-а-а. Этому додику, блядь, иди, сука. Что, пидор тут опять ожил, блядь? Ну это хуйня, походу, у меня вообще галимая. Патроны? Палка. А нахуй шина, интересно, вот. Ты шину, блядь, нашел, нахуй? Ну, хуй его посмотрим. Желтые фрукты для Коко. Что, нихуя? А ну, подойди, подойди ты к нему. Нихуя. Ты понял, блядь? Это, походу, не желтые фрукты. А, их тебе дал, нет? Я дал. Пиздец, да. Не. Да, попробуем ебнуться. Что там, у меня сон. Ты ж, надо спать, блядь. Да, что, на убежище опять идти? Так а шо, у нас получается... Либо вообще по острову пробежаться, хочу поискать. Погнали туда, где убежище, может там есть. Ну понял? Давай. Что там, блядь, по этой хуйне? Ебаный в рот, блядь. Ой, еще, короче, минутку. Подваренный. Бля, у тебя там и аптечки, и хуечки, блядь. Сечка. Хочу пиздить кого-то, блядь. Никого нет, ёбаную, надо на тот остров идти. Там дохуя мудаков, блядь. Надо ж левел, блядь, поднимать. Сюда? Сюда? Темнее, да, походу? Да что-то есть такое. Ба, ты с пестиком охуенно. Я, блядь, пиздец. Не, лук это, конечно, пиздата, блядь. Подожди, ну, он сюда. Даже... Он, кстати, какие-то фрукты, видишь, наверху? А
Подняться, обижать, да, видишь? Ох ты, блядь! Я хотел, блядь, это, да, я ждал. Я верил, блядь. Ты справляешься? Съедят, нахуй. Да хуй, блядь. Красное растение, блядь. У тебя места нет. Да. Тебе надо что-то где-то, блядь, объединять. А что это, блядь? Шина висит тоже нихуя, да? Спать надо, блядь. Нихуя себе там. А лишь надо быстрее тебе целиться, сука. Это крутая хуйня, на самом деле. Пошли, блядь, убежали. А видишь, они теперь опять появились, сука. Ну, это на ночь, походу. Да. Бля, теперь мне опасно возле тебя ходить. И может пиздюлей навалить. Да не, если я целюсь, блядь, ну, до красного, то он только в голову попадает. Бля, ты хмелишь, нахуй, пиздец. Забишь, он уже зеленым горит, видишь? Собирай. Собирай, блядь. Что, спим и завязываем, да? Чтоб нас не съели, пока мы спим, блядь. Я не устал, блядь. Мне не дают спать, понял? Как-то целка, блядь, лягла. Оля, и до утра сразу чик, а он какой-то хуй стоит сверху. Ну что ж, дорогие друзья, мы будем на этом вязать. Вяжем, блядь, носки. Да. На следующий раз мы свяжем свитер. Все. Пока.